вечер, друзья. Вы знаете, иногда тема возникает из ничего. Посмотрите, мы с вами забыли уже про анастасийское движение. Скажите честно, кто из вас уже несколько лет, мы об этом не говорим, ни я, ни вы, не задается вопросы. Вот. И иногда, только иногда случается вот такая вот вещь. Вдруг человек говорит, я хочу быть 100% анастасиевкой, написала мне большое письмо, вот, спрашивают советы, как перебраться куда, чтобы уйти на землю. Все замечательно. И одна строчка, я не имею права письмо лично вам показывать. Одна строчка единственная. У меня двухлетняя дочь, и я ее воспитываю вегетарианкой. И повторяю то, что я ей сказал. Вы понимаете, сделать лучше, сады вырастить, и тут же рядом в наших глазах гробят детей. Вот это вот девушка, которая ест мясо. Можете не сомневаться в этом. Вот это символ Дианы Охотницы. Смотрим сюда. Охотницы. А вот это современная девушка. Вот таких девушек на подиуме, понимаете, вот настоящий мужчина никогда не возьмет ее ни в жены, даже в любовницы. Потому что, понимаете, от нее не дождешься здорового потомства. А у нас десятки, сотни, тысяч девушек стараются быть такими. Они есть такое понятие подражательства. Вот. И в данном случае я очень хорошо отношусь к Мегре, но надо же маленечко было думать, когда это... Дело было так. Это племена. Я не говорю, что это наши предки полуобезьяны. Нет, это их так нарисовали. Наши предки были высокоразвитые, только был период одичания, скажем. Период одичания. Да, ходили толпами, называлась орда, жрали все подряд. В чем главная существенная ошибка этих вегетарианцев и тех, кто учится вегетарианству. Вот. Целый день ходить, жрать траву, видите в руках пучок травы. Вот. Корешки, вспоминайте, гусеницы, о, какая гадость, да? Скорпионы, если ему жало отрезать. Значит, в прибрежной воде поймать там этого самого тритона, лягушек, французы современные лягушек едят. Как это не дико звучит для нас, нормальных людей. Вот. Что неизвестно, то нормальнее. И получается, это собиратели. А вторая часть, скажем, соседнее племя, это охотники. Вот. И каждый из нас гибрид. Каждый из нас. Потому что это все смешивалось, смешивалось, смешивалось. Охотники сильнее, посмотрите. Лучше вооружены. Вот всегда женщина отобьет себе и родится гибрид. И вот эти гибриды мы все с вами. А дальше что? Смотрите. Кто сказал, что это мясо, а ведь кто-то сказал, и это тысячекратно повторено, что мясом людям вредно. Надо питаться вот той травой. Вот этой травой. Вот этой. Корова. Это. Вот она. Опять цинизм. Полуфабрикат. Она жрет всю жизнь траву с утра до ночи. Всю жизнь жрет, жрет, жрет. И запасает его в виде полуфабриката. Мясо. Это переработанная трава. Понимаете? Вот. Существуют специальные добавки, которые вырабатывают организм, я сейчас про это не буду. И получается мясо. Это бывшая трава, или вернее так, это та же самая трава, которая более приспособлена для нас. А теперь возьмем, какое-то племя поселилось на острове Япония, да, 90% потребления рыбы. И рыба называется не рыба, а морепродуктов. 90% пищи. И живут дольше нас. И кто-то говорит, все, переходим на рыбу. Да мы через месяц отравимся рыбой. Мы. Поняли? Почему? Потому что и это не рыба, и это не рыба. Вот. Но там изолированный остров. Ах, они много йода в рыбе и так далее. Вот. И что получается? Ребенка, женщина так, калечит. Отказавший ей, я ей говорю, вы сами, пожалуйста, вы сами мясо ешьте. Ой, не ешьте. Почему? Потому что мясо – это для кого-то убийство животных, для кого-то это часть мировоззрения. Ребенка не калечьте. Вот эти, прошло 7 минут, да, как мы начали, вот это. Не калечьте детей. Почему? Потому что если у их предки, у этого ребенка, а они же как, миллионы лет, гены, как мы привыкли, или не привыкли, но так, рецессивные, доминантные,
Значит, тут же рядом за столом один, этот, как в Америке говорят, что там у них килограммовые эти бифштексы. Мы столько съесть не можем почему-то. А в Америке могут. Вот, бах тебе бифштекс, вот килограмм. Вот. И сидит целый день. А я, мне вот такого кусочка хватает. Хотя я считаю себя этим, потомком охотников. Вот. Просто образ жизни, он же как, целый день вот так набегаешь, а сожрешь пол кабана, если вот так будешь. А если ты сидишь за компьютером, конечно, столько не надо. Но, еще раз, оставьте детей в покое с этими задумками. Вот это все должно оставаться в страшном сне. Вот. Сколько девочек, девушек угробили здоровье. Вот. И еще, чтобы вы поняли. В здоровом теле что? Здоровый дух. Но самое главное, в здоровом теле здоровый плод. А это что? И вот тогда я смог отговорить, нет, что двухлетний ребенок не пробовал еще мясо в жизни. Пора. Вот это, пожалуйста. Поймите меня правильно. Я не мог пройти мимо этого факта. И только вот то, что когда я сказал, что вот эта корова, это и есть та же самая трава, но с помощью ферментов переработанная. А вот там внутри, вот эти мышцы, все, все это трава, трава, трава. И жрите вы эту говядинку, режьте на кусочки, делайте эту поджарку, делайте шашлыки, делайте все что угодно. Вот. Наслаждайтесь жизнью и будьте здоровыми. И дети у вас будут здоровыми. Потому что вегетарианцы существуют, я нескольких таких знаю. Я не смог их убедить. Говорят, что корова это то же самое, это та же самая трава.